Просто зомби стали бегать, блядь, нравится мне это. Да. Я предлагаю это. Начать строить перед входом что-нибудь. Ну да. У вот бочки можно как-нибудь здесь поставить. Давайте бочки выебем Это так. получается. Пару рядов. Будем. Блять. Хана. Минус пара, блядь. Да фара хуй с ним, здоровья. Уебем, короче, баррикаду из бочек. Будем с нее стрелять. Чечен, смотри, я тебя, Да, пары короче, пизда. я починю. Я принесу тебе оружие, сможешь его апгрейдить? Посчитаешь нужным. И я сейчас на Да, об несите, тех прям надо. на обслуживание тоже, да, сдам сейчас. Там по этой, короче, в полку положите это, или в ящик, короче. Чё, ну, бля, хуёво, Надо наверное. было перед Либо в столом или на ящик полку столе в этом, скинуть, да, слышишь? чтобы сидели. Оставь ящик просто на входе вот здесь, вот на столе или под столом Да один, на столе. чтобы в него складывали. Ну, типа, мы будем тебе в него класть просто оружие. Во, да, вот так заебись. Шпинели надо починить. Бля, сейчас это еще все заряжает. Типа, если Просто. кто-то полетит, ну, да, залезти, просто кидайте на землю. Угу. Фонариков у нас, ладно, фонарик, думаю, где-нибудь тут найти можно будет, изи. Уже фонарик будет с собой взять. Бля, почему из-за кавер на стену повесит? Да, было бы охуенно. Было бы уютно. А чё в потёмках? Не знаю, у меня свет горит. Кстати, насчет потемок. Генераторов тут нету, да? Ну, да, кстати. Ёбаный рот, я только сейчас задумал, надо генератор спиздить. Как минимум Так. один. И бензина. Я в ящик, короче, сюда ложу. Оружие. Все, Короче, дальше. го возьмем пару грузовых машин, ебем в дальний город, налутаем там побольше генераторов, бензина, оружия, если найдем. Привезем сюда. Короче, я пошел выбирать себе пистолет. А кстати, напомню, на 5-7 Пистолеты, блядь, какие? пикантные. FN, просто FN. FN 5,7 на А28. Да ебать, тут коробка Пикантные на 500 пикантные патронов. надо, мне все это. ФНовских? Да. Да ладно. Ты наверх вообще поднимал? Нет. Поднимайся. На Ебать, сейчас. третий этаж в оружейный. Понял. Если ты говоришь, ебать, так все? Жить можно? Отсюда, да, я еще не принес. А я думал, то, что здесь вообще, ну, типа, это все, я думаю, ебать. Не, Мы ну. патроны кончаем, как эти. Сейчас пойду почекаю что-то. Так, а... Так, еще и ты магазинчик. говоришь, на третьем этаже вооруженный есть боеприпасы. Там две штуки. Вот еще. Ну все, я пошел, спасибо. И, бля, в магазин забери. Я же забрал. А, 45 еще АЦП, один. коробка целая, бля. Да, бля. Спасибо. Так, а, Бенели. Блядь, лучший оружейник. Бенели А, просто починить. Чечен как этот, блядь, как звали? Просто. Из ПД, который оружием занимался, черный. Нет, из сталкера. Кто-то еще тоже был. Нет, не знаю. Сколько, блядь, это сейчас ты пиздец находишь, говоришь, блядь. Кого ты черным назвал? Сейчас я скажу, как его звали. Не, мне кажется, пиздец будет, если краска перед оружейной. Чечен, вали домой, блядь. Вот это пизда будет. А, ну да, вот коробка. Чейнс, вот, Понял. Чейнс его звали, бать, все.
Ну и Чечен Чейнс даже созвучно. Чё да. Ты? Заебок. Так, подожди, где ты фэновский видел коробку-то, говоришь? Там мусор. Блять, я ж тебе сказал, полутай на третьем этаже. Так это пачка, братик, это пачка. В пачке 50. Да вот, сейчас, иди сюда, вот, на. Нет, там ещё одна есть. На, бальдак, слышишь, вот, 500. Короче, пойду, ебать, пойду вот это я тоже что? Теперь достану. Коробочку я возьму. Блять, хуй найдешь. Ты нашел коробку? Да, да, все. Все, я понял. Коробки мне за глаза хватит. Я думаю, я, наверное, раньше сдохну или еще что. Нет, ты ее быстро убьешь, так что... Не, я на Five Seven стараюсь не это... Не транжирить. Ты, блядь, по 90 ничего не находил, это вообще пиздец. Ты чё, тут есть петух? Охуеть. Да, есть. Он вообще эти патроны съедает, как не в себя. Так, раз, и убей пока. Машинку нашёл. Лазерные цели. Бля, я думаю, может еще какую-нибудь винтовку взять, типа эмкер или АК какой-нибудь. Чё за винтовки есть? Ну, такие, типа, карабины штурмовые, есть чем-то хорошие. Я тебе могу... Иди ко мне, блядь, всё субдично охотит, и все могут... Ладненькая пушить и баиньки. Мне все не нужны, мне нужна одна любимая. Это так, моя смотри-ка. Винтовка, таких винтовок больше что нет. Не надо, смотри. Слонобойка имеется, есть такая зарядная, быстренькая, полуавтоматическая. Мусинка имеется. Не-не-не, мне нужна именно эта, скорострельная. Хуй его знает. Сам не знаю, что я хочу. Блядь, сейчас ты дам. Винтовка Мосина, да, вот она. Ты Мосинку тоже взял? Не-не-не, не взял, а просто... Мощную вещь, или менее мощный, но больше магазин. Больше магазин. Вот типа М4 карабин, что тут еще есть? Сидеры. Что-нибудь такое. Да, Зик вот это сделаю, там. Может, давай. Пока что отдохнуть. Только не тяжелую, чтобы этот... Место много не занимало. Ну, блядь. Ну, такое, кстати, с вариантом. Я принес тебе винтовку на... Какой тебе кратности прицела? 2, 4, 8. Коллиматор. Мы все вблизи, нахуй. Да, вблизи, конечно, чё мы... Оптический. А, коллиматор? Да. Хорошо. Можно... Короче, ну, тут починить. Надо диван уебать, слышишь? Чечен, вот здесь да, вот. Да, кстати. Для гостей или стулья. Да. И музычку такое ожидание, знаешь, как в лифте. Лаунж, да, такое, да. На сумпад. Приставку ебануть, знаешь, как у некоторых барбек. Да курилка там, бля, сейчас... Кальян, короче, да. А, ну точно. Ну так, короче, сюда диван и столик такой журнальный, на него радио, наверное, хуй знает. Пойду посмотрю, что за оружие есть. То в Мосинка. Мосинка да, в ужасном состоянии. Почему у Мосинки вообще состояние сесть, блядь? Она бессмертная, нахуй. Это же трехлинейка, она самолёт избегает. Да, и вообще сам зарядишь, мне похуй. Да, конечно. Типа, ты ящик только не ломай. Ты успокойся, Чечен. 4-0, а легче винтовки не было? И один магазин. Ну, блядь, это что могу предложить? Есть нахуй... А все таких размеров? Блядь, по-моему, была полегче. Сука, Виталь, ох, как... Блядь, как называется винтовка в радуге у этого... У Гиган? Где Джаггер и это... И IQ. Как у них винтовка называлась? Ты имеешь в виду М4 карабин? Нет, у них немецкая такая. А, все, СГ. Это... СГ, да, вот, по-моему, СГ она и называется. По-моему, вон он и есть. Я нашел. А, нет, вот, вот ЗИК СГ, короче, вот ЗИК СГ. Ну, СГшник-то есть, только он, блин, не особо снайперский. Не, все. Так мне не винтовка снайперский нужен, мне как раз автомат нужен, я игру. Так это автомат. Я хочу сделать заказ. Ай, бля.
Короче, Зик, из ГМ можно, пожалуйста. Да, делайте. Сейчас сразу. В очередь, да, блядь? В очередь. Сейчас сделаю. Чечен, ты придумал в очередь, судные дети, в очередь, блядь. Я хочу М4 карабин и магазины к ней. Поебал ты не хочешь? И поебал мне, можно выписать. Хотел сделать пацаны этот бутеров, но хлеба нету. Есть хлеб в холодильнике. Я уже поздно. А, ты захал. Я уже прибежал. Готовить. На, я принес. Обмен? А, да. Обмен, не трогай с пола, обмен, конечно. Конечно, обмен. Ся, бля, неудобно так. Ебать, ломтик ветчины. Я хотел бутеры, но... Но не вышло. А чё такое? Ты закрыл. Сори. Я думаю, почему у меня не это... В инвентаре все осталось. Ну, подтверждай. Да подожди. Вот так. Я подтвердить не нажал. Спасибо. Теперь можно и покурить после хавки. Так, чё там по М4 карабин? Подожди ты, бля. Бля, хуй ты темно, где свет, нахуй? Да сюда лампу ебануть. Светло здесь, чё ты? А, ты просто, бля. Бля, наоборот, выключаешь. Пацаны, берите кошачье зрение, я вам говорю, тут пиздец светло. Чё тебе надо делать? Как тебя обвесить? Как? Коллиматор повесь. Фонарик не надо. Да. Нет, фонарик. Бля, я не знаю. Спасибо большое. Фонарик надо. Попозже. Короче, фонарик, да. Коллиматор. Остальное там похуй. Лишь бы слоты просто были. Да, разгрузка нужна. Вообще пиздец. И она бы добавлялась, знаешь, как... Карман. Справа, как сумка. Да. Как сумка, да. Чтоб туда чуть-чуть складывать. И чтоб, ну, и чисто туда такой магазин вот этому, чтобы положить. Да, ну, да. То есть не итема, а чисто под магазин. Ну, знаешь, как в Escape from... Да, да, как в Таркове. Вот это охуенная система. А у тебя Таркова нет? Ты меня спрашиваешь? Да. Нет? Так ты мне его купил? Сука. Ой, ты лучше с мониторка, да, на арму третья скидка будет мне, скажи обязательно. А уже была. Я же тебе говорил. Ты такой, ну ладно, похуй. Когда это было? Месяц назад. Может быть, это я тогда еще не хотел ее брать. Ну, короче, если будет, то это... А сколько она без скидки стоит? Не помню. Может, и так возьму, и похуй. Ты же почти 2к? Блять. 2к что-то жалко, нахуй, не за арму третью. На улице ветер дует. Я готов нахуй ехать. Куда? Куда-нибудь. Ебать. Я только что пролетом съебался через два. Так, я еще хотел Мосинку посмотреть.
Чё она там могёт? А состояние влияет на урон? Нет. Нет? А почему у каждой пушки свой? Че, поехали? Сейчас, секунду. Я эти ебаные пули с пола собираю. Да. Я их на пол выкину за секунду, а с пола их собирать тебе пиздец долго. Горох рассыпал. Ну. Так, все. 81. Ебать, тут одежда мафиозника, нахуй. Ебать, тут а. Вещи зубенька, бля. Вы какую тачку взяли? Самую охуенную. Только осторожно, не разъеби мне. Можешь специально убиваться? Сука. Не смей нахуй. А кто у себя, прой? Не, нахуй стрелять, ты стреляешь. Не, отъедем мы. Здесь я не собираюсь стрелять. Почему? Отлавим. Город просто вот ближайший. С генераторами. Машину, короче, по этим, по домам продажу. Кстати, спроси у чечена, типа, как разбирать детали машин на металл. Он сейчас мне ответит, а я скажу тебе. Он тебя слышит. Блядь, короче, смотри, берешь сварку, маску сварщика. Берешь сварку, маску сварщика. А, ну да, это. И этот, требуемый навык, сварка металла, первый, все, очень сильно. И сварка металла первый нужен тебе навык. И все, да, это ебать, она долго будет делать. Блять, сварка металла. Thank you.
Че, ломать будем дверь? Ну да, есть чем ломать. Ага. Я, блядь, с ножом сюда и с отверткой пришел. Ща поищем что-нибудь рядом тут. Доска он есть, нахуй здесь, доской долго будет. Сука, и вторая закрыта. Нихуя себе пиздатая штука. Еба. Чё там нашел? Ты, бля. Встроенный, прикинь, холодильник. Холодильник в эту, да. Бля. А, давай пошаркаем что-нибудь. Это бы, конечно, машину забрать сейчас. Да, вот такой бы спиздить, да, у него, наверное, багажник, сейчас скажу. На, 239, и две шины здесь, кстати, спортивные стандарты. А как мы его заберем? Ну, вы вдвоем. Один в одной, ключ, наверное, такой. Нет, в смысле, а мы как машину должны завести? Там ключ нет. А, да, ключей нет, да? Ну да. Хуёво. Я нашел топор, пошли ломать. Чего там ломаете? Дверь. Вот тут, кстати, мусорская, но уже залута. Залутали уже, да? А, нет, слышь, стекло просто выбито. Да это я, бля, лезь нахуй, ключей нашел. Да, ключи это одно, багажник. Рация, блядь, всего-то. Да не, если такие стоят, похуй, там ничего не будет никогда. Да, в них не спавнится в багажниках, ничего. Так, врубайся. Ну, блядь, обычно в этой полицейского участка там всегда какая-нибудь хуйня, а так нет. Ебать, тут Икея, блядь. Нихуя себе. Глок 22, магазина 2. Хуй знает, я, наверное. Ну, бля, еба. Мусорные пакеты и мусорки не забудь. Угу. Просто магазины с глока спижу, мало ли. Короче, магазины со всего пиздите просто все. Убей. Ух, нихуя тут. Спрингфилд. Некоторые бедненькие, некоторые заебись. Ой, еще глок в магазин. Иди в следующий сразу. Если будет вас... Я нашел в МП еще один. Красава. Охуенно. Если будет... Возможно, спиздите, пожалуйста, этот курс строительства, том второй. Окей. Угу. Строительство второе, ага. Понял. Да. Springfield XD, коллиматор. Вот коллиматор я заберу, думаю. В машине уже мало места, сразу говорю. Угу. Ну, себе везти придется, хули. Тут кувалда есть, можем пойти что-то выбить, если что. Взять ее? Тут уже больше такого закрытого ничего не будет. Не, нахуй, выбивать нечего. Не, подожди, а вот эти гаражи, в них... По
Попасть же тоже, по идее, можно. Где кувалда была, блядь? Чутка размялся, знаешь. Тебя будешь прикрывать. Я буду эти гаражи кувалды открывать. Да я уже размялся. Иди сюда, смотри, здесь еще можно лутать. Надо ломать нахуй это все, короче. Ломаю, да. Ну я курить хочу, я есть хочу. Ох, и следующий ломает, лутай. Угу, давай. Че, у вас там весело? Там гаражи ломают тут. Склад какой-то. Ну как весело, просто, да. Интереснее, думаю, чем тебе там сейчас ковыряться. Сейчас все сделаем. Не, туда убивают. На один раз не точно не приедешь, надо еще. Влад, возьми. О, я дошел генератор. Здесь тут гаражи генератор. Ну да, сюда надо ехать второй раз будет, короче, однозначно и... Желательно, блядь, на двух машинах. Слышишь? Чё? Возьми на себя обязанность в готовке. Я не ебу в душе, как в этой игре готовим. Да, изи. То же самое, как... Как лечить, с ага. С медициной, да. Ага. Не сильно отличается. Надо, блядь, готовить, лечить, нахуй. О, станок, магазин, это вот по твоему как раз даже? Да. Разобрал. Красава. Это под мою, да. Кеклер и Кох СЛ 8 магазин. Короче, похуй, ладно, не важно, все магазины. Ринкл. Ебать. Чё? Мой парень уже заебался к 3 часам. Твой парень, у тебя есть парень? Чё ты не познакомил меня с ним? А, блять. Я понял, но я понял, да. Оригинально. Что, бля. Ну подъеб такой, да. Хорош, хороший чел. Ты эти звуки, я думаю, ты услышал, да? Да, а чё он там сказал? Не, он не сказал, а включил. А, я понял. Угу. Подъеб защита. Бля, а чё тут зомби стоит? Все, поехали. Подожди, нет. А мы что, больше ничего не можем взять? Хочешь сказать, уже проехать? Не, просто машина забита, я хочу другую найти. Понял. Может, тогда ты сразу другую найдешь, подгонишь, мы на двух поедем? Ну, я сейчас долутаю. Просто сейчас типа подкинь меня там, где дохуя машин, эти генераторы отдам. Ты с генератором поедешь и все. Сейчас тогда. Когда будешь ехать, просто генератор в руки возьми и не еби мне мозги. Нихуя зачитываешь. Да. Нихуя она не забита, чё ты мне наебал? Когда я думаю, ты собирал?
Ерян фрусал, да? А. Он упал у меня, подожди. Я его выронил. Ты, блядь. Подожди, мне надо, блядь, я умру нахуй, не доеду так с ним. Он не влезает в багажник, сразу говорю. Бля, у меня 59 там места, понимаешь? Ты не доедешь. ХП снимать будет, мне перегруз. Тебя, подожди, сколько моя сумка весит? Садись, все, поехали. Скинь все максимально, короче, я пошел машину искать, блядь. Бля, в следующий раз я с вами еду. Куда тебя отвезти, давай? Выкинь меня около полицейского участка. Угу. Ебать, она резвая. Нахуй, не убиться бы на ней. Да, не убийся, нахуй, Мегамарт умер. Мегамарт тебя ждет. Да, я это... Не пережимаю. Так, а где полицейский? Проехал его? Чечен. Да, там направо выезд первый сразу будет. Куда? О, хорош, хорош, хорош. Все, давай домой, пизди. Все, дец. Have we seen the actual reality of a monster's crime? Or merely an illusion, the product of a tortured brain?